там? Начинаем! Это будет что-то, приятель. Надеюсь, СДФ это видит. Да к черту! Тихо, начинается. Фронта обороны колоний. Лунный портовый комплекс, главный торговый центр и пассажирский терминал для жителей Земли. Объединенная операция сил береговой охраны порта и групп специального назначения, в том числе элиты военно-космического флота, СКАР и десантников ЮНСА, завершилась отступлением войск СДФ по всем фронтам. Отряд СКАР всегда готов! Флот, вперед! Специальный канал вооруженных сил ЮНСА, Ренатай, получили как следует по заднице! ЮНСА! Вперед, возмездие! Вперед, Тигр! Захватить всю Солнечную систему. Вот СДФ куда больше, чем мы думали. Небольшая протечка. И тут тоже. Занеси это в список работ. В следующий раз заменим, когда вернемся в порт. Нормальный. Изолента решает. Вот это соединение, похоже, неправильно. Не сходится. Капитан снова у руля. Сборщики уже заканчиваются. Хорошая работа. Операция «Горячая вода» пройдет на Титане. Спутники Сатурна. Нам следует немедленно действовать. В поле астероидов вокруг Европы обнаружен одинокий эсминец. К нему идет подмога, чтобы перекрыть нам выход. Но пока он один. Легкая добыча. Мы найдем Солис и выведем его из строя. Не сглазить бы. Что-то ты суеверным стал. Скорее осторожно. Ясно. Карл будет удерживать периметр вокруг пояса астероидов. Понял. Мы с тобой залетим в пояс и отыщем эсминец. Отправляемся. 1-1, 1-2. Пушка советует держаться рядом с возмездием по приближении к цели. Понял.
1-2, принято. Скар, готовы. Принято. Приступаем. Взлет через 3, 2, 1. Капитан, подходим к полю астероидов. Да, мы видим. Скар, прикрыть периметр. Ясно. Видишь что-нибудь? Все тихо. Даже слишком тихо. Крок. Координаты верные, он где-то тут. Сигнатуры нет, он брошен. Похоже, СДФ его повредил. Теперь понятно, почему он без охраны. Крок, высылай трофейную команду, пусть заберут все ценное. Будет сделано, сэр. Полетели на базу, чума. СДФ в секторе, эсминцы, 2 штуки. Черт, засада! Скар, замечены корабли противника. Идут прямо сюда. Разрешаю атаковать. Огонь на поражение. Надо сократить число шустряков. Сэр, на радаре шустряки. Отмечены как асы. Принято, 141-й. Сол, ты как? Просто отлично. Мы в захвате. Сигнатуры нет, он брошен. Похоже, СДФ его повредил. Теперь понятно, почему он без охраны. Крок, высылай трофейную команду, пусть заберут все ценное. Будет сделано, сэр. Полетели на базу, чума. СДФ в секторе, эсминцы, 2 штуки. Черт, засада! Скар, замечены корабли противника, идут прямо сюда. Разрешаю атаковать. Огонь на поражение! Сбивай шустряки! Сэр, на радаре шустряки! Отмечены как асы! Принято, 141-й! Сол, ты как? Просто отлично! Рейдер, атакуй шустряки! Сбивай шустряки, рейдер!
работу на этого аса! Займись этим асом! Ракетами доступно. Подходит беспилотник снабжения. Ракетами доступно. Подходит беспилотник снабжения.
НСА может претендовать на Европу. Так точно. Там еще истребители остались. Подберем хвосты. Работай по Эйджеку! Отлично полетали. Засада СДФ уничтожена. Пора сматывать удочки. Летим домой, капитан. Рейдер, возвращаемся по твоей команде. Скар 1-1, подхожу к возмездию. Посадку разрешаю, Скар. 1-1. Капитан, посадочный дрон запущен. Ждите захвата. Закрылки выпущены, шасси выпущено.